ты поступаешь, чудак в МВТУ? Ты сам того не знаешь, что будешь жить в аду. Ведь в мире обстановка давно накалена. В ракетных установках нуждается страна. В ракетных установках нуждается страна. И вот в 20 веке у нас в МВТУ не боги, человеки, привычные к труду, сидят над сопроматом и долбят тюрмех. Отличные ребята на факультетах всех. Отличные ребята на факультетах всех. А летом, как придется, поедешь на восток. Там кто-нибудь загнется всего лишь за кусок. Природа нас не радует, нам ночью не до сна. Нас комары уродуют с утра и до темна. Нас комары уродуют с утра и до темна. Потом опять вернешься в родное МВДУ. В учебу лбом упрешься, и снова ты в аду. Там новые зачеты и старые хвосты. И будешь очень долго выкручиваться ты. И будешь очень долго выкручиваться ты. Когда стрелой промчатся 5,5 лет, и будет трепыхаться в сорочке лишь скелет. Придет пора прощаться с родным МВТУ. Мы будем защищаться с испариной на лбу. Мы будем защищаться с испариной на лбу. Под гром аплодисментов диплом получишь свой. Теперь мы не студенты, товарищ дорогой. Теперь мы инженеры, привычные к труду. Так сохраним мы в сердце родной МВТУ. Так сохраним мы в сердце родной МВТУ.